К другим темам. В Петропавловске начала работу комиссия по легализации. Узаконить гараж, пристройку к дому или деньги – все это без привлечения к ответственности за уклонение от налогов. Со 2 сентября к специалистам обратились уже более сотни горожан. С подробностями Александра Салмина. В этом кабинете можно получить бесплатную консультацию по вопросам легализации. Работать он начал сразу же после того, как вступил в силу закон со 2 сентября. За это время комиссия приняла уже более сотни человек. Жители могут обратиться, заполнить заявление, предоставить копии правоустановящих документов. Полное разъяснение им будет дано. Кроме того, при необходимости могут привлекаться эксперты для обследования недвижимого имущества. Мы готовы принять и рассматривать все обращения. Сегодня за помощью специалистов обратилась и Галина Пивоваренко. У горожанки есть нелегализованные пристройки к дому. Женщине подсказали, что нужно сделать, чтобы узаконить недвижимость. Удобно тем, что мне не надо будет вызывать специалиста каждого в дом. И я пришла сюда, отдала документы, и мне это сделали в упрощенном порядке. Заявление, копия удостоверения личности, копия правоустанавливающего документа – вот неполный список бумаг, которые понадобятся жителям, решившим легализовать свое имущество, объясняют специалисты. В комиссии нет случайных людей. Согласно постановлению правительства, в ее состав входят представители местных исполнительных органов власти, строительства, архитектуры и налоговой службы. Необходимо отметить, что легализацией денежных средств занимаются налоговые органы, а местный исполнительный орган занимается только легализацией имущества. К слову, легализацией заграничного имущества тоже занимается налоговая. Для обследования собственности могут привлекаться эксперты, говорит Заурия Нурмуканова. В стране их 425, 19 из них работают в Петропавловске. Республиканская акция продлится до 31 декабря 2015. Документы жители областного центра могут подать до 30 ноября текущего года, обратившись в канцелярию акимата города, кабинет номер 117. Александра Салмина, Роман Куценко, новости МТРК.